Добрый день всем. Сделала очень такую эффектную, хорошую маску для кожи лица. Вот. Хотела с таким прекрасным рецептом с вами поделиться. Чтобы сделать эту маску, нужно брать один яичный желток. Нужно добавить туда 1 чайную ложку крахмал, 1 чайную ложку рисовую муку, 1 чайную ложку сок алоэ и где-то больше пол чайной ложки масла. Масло любое, но я добавила масло из лаврового листа и из розмарина. Сама сделала это масло. Вот добавила такое масло. Вы можете масло заменить любой маслой. Все перемешала. Вот масло у меня готово. Нужно наносить на кожу лица с помощью кисточки по массажным линиям на 20 минут. Через 20 минут нужно смыть. Вот. Тут такие ингредиенты натуральные, хотите хороший эффект, мне всегда нужно брать натуральные ингредиенты. Вот яичный желток очень богата жирными кислотами, витаминами. Вот благодаря этому очень хорошо замедляет процесс старения, улучшает вот внешний вид кожи. Если кожа сухая, вот смягчается вот благодаря вот яичный желток. И также вот крахмал, рисовая мука омолаживает, разглаживает вот морщину. Тоже нужно для нашей кожи. А масло? Масло всегда нужно. Масло тем более, вот если вот такие натуральные, вот тоже эффект очень хороший бывает. И также лавровый лист, если у вас нету такой растения, то есть лавровый лист, говорю, вот алоэ, сок алоэ, если такого растения у вас нету, вот экстракт алоэ всегда в аптеке продается, вот можете там покупать, или можете вот такой вот самой выжать, вот из такого вот листочка вырывать нижнего часа, держать в холодильник, нужно 2 недели, и снова выжимать кель или же сок использовать. Тоже для нашей кожи очень полезно. Все, после этой маски прямо разглаживаются глубокие морщины, подтягивается кожа, кожа делается упругая. И разглаживаются глубокие вот морщины. И также омолаживается кожа. Все, желаю вам всем здоровья, красоты и всего вам доброго.